Мы продолжаем разговор о христианских королевствах во второй половине 14-15 веков, христианских королевствах Испании, да? И переходим к завершающему эпизоду «Арагонская корона» при Фернандо I и его наследниках, то есть в период правления королей младшей ветви династии Трастамара. В 1410 году скончался король Мартин I Гуманный, младший сын Петра IV Церемонного. Мартин I умирает бездетным, и единственное, что он оставляет в качестве своего политического завещания, когда его просят назвать наследника, да, он, умирая, говорит, что «я хочу, чтобы все было по закону». Больше ничего не сказал. Это требование, это пожелание короля вызвало к жизни довольно серьезные проблемы. Точнее, не это пожелание, а то, что он не дал наследника. Да? Это вызвало к жизни довольно серьезные распри в королевстве Арагона между царствием, длившееся целых 2 года, до 12-го. На трон активно претендовал местоблюститель королевства Хайме II, граф Урхеля. Параллельно с ним претендовал на трон Луи Анжуйский и чуть позже выдвинул свои претензии на арагонский трон Фернандо де Антекера, регент Кастилии на тот момент. Я, собственно говоря, напомню, что все трое, да, Хайме II, Луи Анжуйский, Фернандо де Антекера, они все приходятся внуками и правнуками по, как правило, женской линии, предшествующим королям Педро Церемонному и Альфонсо IV. В результате междуцарствие в королевстве начинается, повторюсь, смута, в ходе которой дело доходит до того, что убивают сторонники Хайме графа Урхеля, убивают архиепископа Сарагосы. И в результате многочисленных споров и уже прямого вмешательства папы Бенедикта XIII, который был потом признан антипапой. Понятно ведь, что события происходят в годы Великой Схизмы католической церкви, как раз подходящей к своему концу. Так вот, в результате прямого вмешательства уже папы Бенедикта XIII было принято решение собрать 9 судей. 9, то есть по 3 от каждой составной части арагонской короны. 3 человека от Арагона, 3 от Каталонии, 3 от Валенсии. Собрать их в замке ордена госпитальеров в Каспе. Почему именно в этом замке? Он находится примерно в центре, территориально в центре владения арагонской короны. Любопытно и показательно, что от Валенсии в делегацию входили 2 брата Феррера, в частности, Висенте Феррер. Вы видите его на слайде, он стоит за спиной коленопреклоненного Фернандо в доминиканском облачении. Один из влиятельнейших проповедников доминиканского ордена, валенсиец и сторонник Фернандо де Антекера. В результате обсуждений, длившихся несколько месяцев, 6 голосами за был выбран Фернандо де Антекера. 2 выборщиков от Каталонии голосовали за Хайме, графа Урхеля, а 1 воздержался. 6 голосами за был выбран кастильский инфант,
И на тот момент, напомню, регент Кастилии. Так к власти в Арагоне пришли представители младшей ветви династии Трастамара. Фернандо де Антекера приходит к власти в самом расцвете сил, ему около 30 лет, чуть больше. Молод, силен, казалось бы, здоров, он правит удивительно мало. Его, как, собственно, и его брата Энрике III болезненного, сводит в могилу недуг, сводит в могилу достаточно быстро, он умирает в 1416 году. Что он успевает сделать до этого момента? Когда Сицилия и Сардиния просят его прислать им инфантов, детей, стало быть, Фернандо I, в качестве королей вассальных, Фернандо корректирует их просьбу и посылает им вице-королей. Тем самым показывая, что и Сицилия, и Сардиния находятся не в качестве равноправных частей короны, но являются владениями короны, куда можно направить администратора, пусть даже высокого ранга, вице-короля. Отдельно можно отметить, что инфант Хуан, который был направлен на Сицилию, был последним представителем королевской крови в должности вице-короля Сицилии. С тех пор вице-королями Сицилии назначались просто доверенные лица короны, но уже не родственники. Фернандо I активно наращивает каталонское морское присутствие в Средиземном море. Важно отметить, что он подписывает мирный договор не только с Генуей, но и с султаном Египта. И даже открывает морское консульство в Александрии. То есть уже с самого начала правления королей Трастамара арагонская корона все больше и больше разворачивается в сторону Средиземноморья. Их интересы уже все меньше будут пересекаться с чисто пиренейскими интересами Кастильской короны. Будут, конечно, но меньше. В 16 году одно из последнего, что успевает сделать Фернандо I, он отнимает свое покровительство у человека, который во многом привел его к трону, у папы Бенедикта XIII. Все это связано с событиями Базельского собора, Базельско-Констанцского, да, на котором преодолевается схизма церкви, и, в частности, всех трех пап, которые на тот момент удерживают папские полномочия, участники собора призывают отречься от своих полномочий, с тем, чтобы прекратить вот эту ситуацию раздробленности церкви, раскола в ней. И Фернандо I лишает своей поддержки Бенедикта XIII, а у того на тот момент поддержка арагонской короны – это единственная возможность удержаться у власти. В 20-30 годах идет конфликт Арагона, арагонских инфантов, да, сыновей Фернандо I и Кастилии. Несколько раз в этот конфликт вмешивается Альфонсо V Великодушный, в тот момент уже король Арагона. Но его вмешательство всегда имеет эпизодический характер и в основном этот конфликт ведут именно инфанты Хуан и Энрике. Но чем заканчивается этот конфликт, мы уже говорили. И сейчас давайте обратимся больше к Альфонсо V. Альфонсо V при первой же возможности в 16 году он становится королем Арагона. Арагона, Валенсии, князем Барселоны, но при первой же возможности он сбегает из своих пиренейских владений. Он уезжает сначала на Сицилию, потом разрешает конфликты на Сардинии, и затем он принимает
откликается на призыв о помощи со стороны Джованны II, королевы Неаполя. Она просит помочь ей против Милана и Венеции. Соответственно, Альфонсо V откликается на помощь, и в благодарность за поддержку Джованна II объявляет его своим сыном, она усыновляет его, и наследным принцем Неаполя, который должен наследовать Неаполь после смерти Джованны II. Затем Альфонсо V почти на 10 лет возвращается в свои пиренейские владения, где его присутствие тоже требует неотложные дела, но уже в 1435 году, в 1435 он снова покидает Испанию, отбывает в итальянские владения, и отбывает он для того, чтобы уже никогда больше не вернуться в свои арагонские владения. Там за него будет править жена, как я уже говорил, в должности места блюстителя, да, в должности фактически королевы-лейтенанта, как ее называют иногда, Раина Лугартенгенте. И потом его брат Хуан, будущий Хуан II. Соответственно, ввязавшись в итальянские войны, Альфонсо V попадает в плен к миланскому герцогу. Тот в ходе переговоров с пленным признает его права на корону Неаполя, освобождает и оказывает поддержку. В 1938 году Альфонсо V осаждает Неаполь, но взять город ему удается лишь в 1943 году, когда он устраивает торжественный вход в Неаполь по модели императорских триумфов Древнего Рима. Наконец, в 1944 году Неаполь официально включается в состав арагонской короны, и наследником Альфонсо признают его внебрачного сына Ферранте. Вот эта младшая ветвь арагонской династии будет править Неаполем еще очень долго после этого. Собственно, находясь на Средиземноморском театре, да, находясь в Италии, Альфонсо занимается двумя вещами. С одной стороны, да, он укрепляет каталонскую морскую торговлю, поддерживая открытие консульств, морских консулатов, точнее, вот этих в Кандии и в Рагузе. Но главное его, как бы сказать, объект его заботы, он ведет жизнь такого классического короля Ренессанса. Пиры, покровительство поэтам, художникам, гуманистам. При его дворе работает, в частности, из тех, кого сразу можно вспомнить, знаменитый Лоренцо Валла. Двор Альфонсо V – это блестящий ренессансный двор. Турниры, войны, художники, певцы, поэты, философы. Более, конечно, такой итальянский сеньор, чем арагонский король. Хотя при этом его современники отмечали, что следующий, пожалуй, что объект его пристрастия, вот следующая его любовь вслед за Италией была Кастилия. Кастильские философы, он всегда приближал к двору людей, умевших говорить и писать по-кастильски. Вот. И, наверное, единственное, чего он на самом деле не любил, это была арагонская корона, так сложилось. Когда он умирает в 1958 году, ему наследует его брат Хуан II Великий, на тот момент уже в очень почтенном возрасте, Хуану II 60. Вот. И, собственно говоря, все
А самостоятельное правление Хуана II проходит, вот эти 20 лет, которые он будет править, да, проходит под знаком почти непрекращающихся внутренних конфликтов в королевстве. Прежде всего начинает, поднимает мятеж инфант Карлос, это сын Хуана II и королевы Наварры, когда умирает его мать, королева Наварры, Бланка Наваррская, то это происходит еще задолго до описываемых событий, в 1441 году, то Карлос заявляет свои права на Наваррский трон по праву наследования и тем самым переходит дорогу своему отцу, который сам претендует на Наваррский трон и вовсе не собирается отдавать его сыну. В результате затяжного конфликта Хуан II побеждает своего сына, тот бежит во владение дяди Альфонса Великодушного, много лет живет там, он находит себя там, в общем. Он дядя-единомышленник, покровитель искусств. Пока он живет при его дворе, он пишет хронику королей Наварры, в частности. И после смерти Альфонсо V, когда Хуан II становится королем Арагона, Карлос де Виана поднимает мятеж, пытаясь добиться для себя короны Наварры. Но Хуан II не готов отдавать ему эту корону, поскольку он собирается, скорее отдает Наварру своей юной жене Хуане Энрикес, юной кастильской аристократке. И поэтому, собственно, единственный мир, которого удается добиться, это мир на условиях, что Карлос будет наследовать корону Наварры своему отцу. Но мир этот заключен в 1961 году, и всего через несколько месяцев после этого Карлос де Виана умирает. В его смерти обвиняют жену Хуана II, Хуану Энрикес, обвиняя ее в том, что она отравила своего пасынка для того, чтобы отдать корону Наварры своему сыну Фернандо, это будущий Фернандо II Арагонский. Начинается гражданская война в Каталонии, которая завершается лишь в 1972 году, уже после того, как инфант Фернандо заключает брак с Изабеллой Кастильской, и после того, как Хуан II теряет Наварру. Последние годы Хуана II проходят относительно мирно, и основная тяжесть происходящих событий в последние годы переносится уже, конечно, на Кастильскую территорию, где его сын, инфант Фернандо, муж Изабеллы Кастильской, ведет войну за Кастильское наследство с мужем Хуана Бельтранехи, португальским королем. А сам же Хуан II умирает в возрасте 80 лет, в 1479 году. И на этом заканчивается отдельная история Арагонской короны, поскольку брак Фернандо и Изабеллы подразумевал, как мы помним, личную унию, объединяющую на время правления монархов короны под единым скипетром. Из литературы я прошу обратить внимание. Фрагменты, посвященные истории Арагона, есть и у Маккея, и у О'Каллахана, но отдельно позволю себе рекомендовать книгу Бессона. Это одна из немногих историй, именно истории Арагонской короны в Средние века. На этом спасибо за внимание.